Школьная форма, обувь, рюкзаки, концтовары, необходимые вещи на гуманитарном складе Центра милосердия. В преддверии 1 сентября основная задача – подготовить деток из многодетных и малоимущих семей к школе. Неравнодушные саровчане и организации приносят сюда как новые, так и бывшие в употреблении вещи. Главное условие – они должны быть в хорошем состоянии, без дыр и пятен, желательно проглаженными. Юбочки, жилетки, там, платьица, брюки у мальчиков, пиджачки, то есть разного цвета, потому что в разных школах разные как бы цвета у нас идут, и черные, и синие где-то. Вот, то есть вы приносите сюда, мы это все вывешиваем, и вот перед школьным, началом школьного года у нас тут обычно паломничество родителей, они приходят, все выбирают, вот, и очень благодарят. Вот, ну и портфели, если в хорошем состоянии остались, ранцы там, да, то они тоже нужны. Гуманитарный склад круглогодично формирует продуктовые наборы для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Более 50 семей в настоящий момент получают такую помощь. Сейчас на складе достаточно гречки и муки, но остро не хватает макарон, пшена, риса и консервов. Можно также приносить подсолнечное масло, чай, кофе, конфеты и печенье длительного срока хранения. Чтобы нам не приходилось искать пожертвования, делать закупку, мы будем благодарны жителям, если они принесут продукты вот нам сюда. Мы периодически выдаем бесплатный прокат, средства для инвалидов, технические средства для инвалидов. То есть люди приходят сюда и спрашивают инвалидные коляски, ходунки очень так вот постоянно спрашивают, противопролежневые матрасы. Если у вас от родственников что-то такое осталось, да, мы будем благодарны, если нам это принесут. Для проката также всегда требуются детские коляски, особенно люльки для младенцев. Для лежачих больных примут в дар памперсы, впитывающие пеленки для взрослых. Основные размеры 2 и 3. Детские подгузники нужны всех размеров. Очень актуальны гигиенические средства. Их стараются выдавать многодетным семьям. Не оставайтесь равнодушными. Помочь тем, кто в этом нуждается, проще, чем кажется. Гуманитарный склад Центра милосердия работает на прием по вторникам и четвергам с 13 до 19 часов, по субботам с 9 до 12 часов по адресу улица Пушкина, дом 24А. Телефон 7-70-99. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.